Здравствуйте. И вам, не хворать. А что вот у вас за рейд тут какой-то происходит? Что значит рейд? А вы кто? Человек. Громадянин Украины? Да. Я инспектор дорожно-патрульной службы. Слухаю вас. Что ж, будь я, может, хочете запитать, что? Да, а что останавливает? Ремень не пристегнут, я его остановил. И что, показали, как ремень был не пристегнут? Да, видно человека. Да. Что да? Ви що в мене питаєте? Я питаю, що ви робите? Так, а які ви маєте право мене питати? Как это, как я що, очитую що, шановний? Я громадянин України, ви очитуєте всім громадянам. Ні, шановний. Ви роботаєте для них. Шановний, ви громадянин України, маєте певні обов'язки і права. Как вас зовут? Інспектор поліції, капітан поліції Шемедюк. Роман Васильович. Шемедюк? Смотрите, Шемедюк, вот от вас выбегают, вы смотрите, что? Нет, Шемедюк, послушайте, я вам расскажу, да что вы не происходит. Рассказывайте мне, я вам скажу, что происходит. Нет, вы да, запитали, я, то послушайте. Я вам... Шановный. Вот ходит. А за что вас остановили? Они... За что остановили вас? Вот эти вот. Что хотели? За свет. А что за свет? Что сказали? Что свет не горит у вас? Горит наоборот. Что свет горит в машине, фары? Да. И за это остановили? Да. И что хотели, штраф? Ну вот, занимаю это, как у тебя протокола. В смысле? Технического обслуживания. Секундочку. Они вас остановили за то, что у вас горел свет, и сказали, что у вас нету техосмотра? Да. Да? И что он захотел? Денег взял? Ничего. Так, а что это за новости такие? Проблем нема ничего. Мы зупинили, попередили, что ремня. Я понимаю. А как это вас остановили водители? Такие, я гражданин Украины. Ну, я да ну, меня Саша зовут, и я знаю, чем вы здесь занимаетесь. Что значит, Саша, вы водителя остановили за то, что у него горел свет? Водителя зупинили. А это вас... Так что мы маем вам отчитываться, шановный? Потому что вы разводите людей. Вы маете припись на перевірку. Запитайте водителя. Да мне не надо никакой припись. Ну, я прекрасно знаю, чем вы занимаетесь. Так вы не берите себе, шановный, полноважения. Что вы говорите? Так точно. То есть вы будете разводить их тут на трассе? Нет, стоп, не разводить. Как это не... Что это за фраза «разводить»? А как, что? А как это? Остановили водителя за то, что у него горел свет. Вы за водителя биете, шановный. Вы провокатор. Вы провокатор. Я спросил людей, за что остановили. Саша, вы провокатор. Розумієте? Зупинили, пояснили, розумієте? А його? А ви про що його? Я його не зупиняв. А він його зупиняв, ну, так? Зупиняв. Хорошо, я зараз узнаю. Такий провокатор. Ой, давайте я по поводу права. А ви взяточник, і що? Ви взяточник самонастоящий. Що, за свої слова, так. Да. Інспектор, ви останавливали водителя? Вот, вот это. Ви останавливали на Мерседесі? Да? А за что вы остановили водителя? За что у него я свет горел? Пояснил. Он мне пояснил, что вы остановили его за то, что у него горел свет. За свет горел, да. Свет горел. Вы остановили водителя. Я его попередил, что это уже отменено, разумеете? А кто вам, вообще, кто вам вообще дал право остановить водителя за то, что у него горит свет? Вот еще свет горит. Давайте тормозите. Что за причина остановки что в Украине? Так, я хочу узнать, скажите, пожалуйста, почему вы самое? Без причин остановите здесь водителя? Без причин. А вот так это? Горел? Это провокатор, самый настоящий. Провокатор? Так точно, да? Так точно. Да. А вы кто? Я вам представлю. Вы взяточники два, что вы шановные, делаете на трассе? Для того, чтобы что-то говорить, да, треба что... это... Слушайте, так, да я ловил вас за задницу по всей Украине. Что за угу? Задницу? Шо, угу? Вы кому-то мужики за задницу ловите? Да, вас за задницу ловил. Вы да. Знаете ориентацию. Я ориентацию? Да. Скажите, пожалуйста, вы напарники? Что? Напарники? Ну вы давно вместе работаете? Какая вам разница? Сегодня мы на смене пришли. Слушайте, так, вы сменщики. Я вам рассказываю. Сменщики? Сменщики, самые обычные. Александр, я вам рассказываю, чем Александр, вы тут занимаетесь. Ой, да что он, слушайте, провокаторы, вы тут бабки берете, что мне рассказываете, за свет он остановил, предупредит, за свет. Александр, не надо мне руки жать, не надо. Вы обычные взяточники, руки жать мне не ну, надо. Бачите, сталося так, что вот, скажем, ваши слова за такие, свет, знаете, что ну... это за бред, расскажите мне, кто какой дал бред? Прав вам останавливать водителей с горячим светом? Испытать, он мне сказал, и вы мне сказали, что? Остановили за то, что горел свет. Так, упередите водителя, что это сейчас заборонено, что не треба включать. Заборонено включать свет? В день. Что, он не потребен сейчас? Так, подождите, не потребен. Это нарушение? Ну, водиял. Это нарушение на Украине, так если я со светом водия. Еду. Потому что я у инспектора. Вы, нет, вы не петляете. Вы остановили. Что у вас за жаргон? Что вы петляете? Что у вас за жаргон? А что такое? А что? Петляете вот так вот, как змея. Какая змея? Вы мне расскажите по сути. Я вам не знаю, кто вы такие. Гражданин Украины. Ну все, добре. Все, свободен, типа? Свободен? Я вас не трогаю руками. То есть свободен. Гражданин Украины не имеет ни на что права до свидос, не, да? Не, ну, вы права знаете? И обов'язки гражданина я Украины прописаны. Может быть, я не да. знаю, я еду, у меня включен свет. Шановный. Вы мне расскажите, это нарушение, чтобы меня не останавливали дальше. Нарушение то, что вы не присыпаете с ремнем беспечно, так, как было у водителя. А давайте да, вернемся да. к свету. Свету. Это не нарушение. Вы читайте право, пункт 9.8. Читайте, там черным по белому написано. Основание для остановки какое было? Вы про что говорите? Вы же подходите до водителя, с вами водитель не хочет спілкуватися. Я хочу узнать, какая была законная причина остановки.
Ви хто такий? Гражданин України. Якщо спинимо вас, нема, ви будете, ну... Що значить будемо вас? Вам пояснювати, що вас зупинили. Я став свидетелем нарушення закону. Какого закону? Ви безпричинно встановили водителя. Ви звідки знаєте, ви мені самі сказали. Ми вже на нього протокол склали. Що значить може? Во-первых, він йшов без протоколу, ви не склали, у мене все зафіксовано. Він мені пояснив, чому ви встановили. І ви мені пояснили. Що ви зараз не робите дурака? Глаза круглі зробили? Какого дурака? Об'ясніть, за що ви встановили? З вас дурака робити. Не треба, так? Не треба, з вас точно не треба. От повірте мені, повірте, не треба. Є ще до нас питання по службі. Причина остановки даного водителя. Які можуть бути питання громадянина України? Дійсно. По вашій службі все понятно. Ваші права і обов'язки прописані так само, як і наші. Послушайте, я не знаю. Ви маєте право, ну, ви рахуєте, що щось проти закону робить? Да. Взятки бере? Да. Будь ласка. Що, це Рожишинський район, їдьте в прокуратуру, райвідділ поліції і говорить, що такий екіпаж, то такий під номер. Ми, слушайте, я шановні, шановні, ви тратите наш час. Да я не трачу. Я вам просто пояснив. Ми дзвонимо в 102 і говоримо о том, що інспектора, як вас зовут? Ну, можна подписувати? Якщо можна. Такой-то и такой-то стоят и просто це, разводят, це, разводят народ це с утра. Ваше право звонить, хорошо, мое Александр. Право. Так вот, вернемся к моим правам. Я Никитюк Александр Сергеевич. Ники, а Ники? Ой, извините. Угу. Никитюк. Никитюк, правильно. Старший инспектор. Угу. Вы уже полицейский, прошли вероатестацию и до сих пор продолжаете без причин останавливать людей. Я вам просто, если вы не... Что вы хихикаете, слушайте? Вы остановили водителя за то, что свет у него. Вы мне 10-й раз вот это самое повторили. Так вы нарушили. Вы камеру прокрутите, потом побачите. Так вы нарушили. Что нарушили? Я хочу... Что нарушили? Звоните на 102, пишите заяву. Идемте вместе, хотите мы наберем? Послушаем, вызовем, подождемся. Идемте. Я сейчас как-то с телефоном будем побудить цикаву, поверьте мне. Все, вы уезжаете. 102 сейчас приедет, будем вас оформлять. Да, шановний я слушаю. На тій посаді, щоб оформляти. Що? Ви на тій посаді, щоб оформляти. А ви на какой? А ви щоб деньги брати? Ви на вас записали, значок записали. Да, да. Нас виключить. Виключить? Куда? В прокуратуру? Я вас раньше словлю за задницу в этих кустах, когда вы будете брать деньги. Сановний, водителя нельзя сажать в машину, это запрещено. Всеми приказами. Аваков лично объяснял вам. Водителя садить в автотранспортное средство запрещено. Для чего его вводить? Про что с вами говорите? Про что? Вас учат, 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 до вас не доходит. Когда вы уже нахапаетесь, скажите мне. Бережи когда себя. Вы уже наедите. Не берите деньги. Взятки не берите. Не да? 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 Вы не сможете этого сделать. Вы будете брать все равно. Ну, по проездные часы не берите. Не берите бабки. Приют, трыть, трыть.